чтобы бросить. Бросить можно, но так, чтобы человек встал и мог 100 раз упасть. То есть, посмотри, как он стоит сюда, вначале не бросает, а потом аккуратненько. Если он залез, все, готово? Кто тут не боится? Ре? Чего это? Ты не призадомый. Четко передвигаемся. Максик. Руки выставляет боец. Да. А? Сережика, взял и дал заново, а руку здесь. Это, но я не разрешаю тебе так просто сам побороться. Есть, Максим. Подержал его. Вот. Видишь? Он с тобой еще пойдет 10 раз. Ой, вот взял за собой, сейчас переворот делает тебе. Блин, как будешь лететь, вперед, прячешься, блин. Ушел на тебе. Ну, все более не едет. Вот, блин, пацанов, блин. Выучил, а они сейчас... Как оно можно сказать? Гаджи, Виша, Гаджи, Султан Александр. Папа. А он? Толик, рука болезненная. Рука болезненная.
Чуть-чуть. Знаешь, как в таком случае надо бороться? Надо дергать туда. Дерни сюда чуть-чуть, дерни сюда чуть-чуть, дерни сюда, дерни сюда. И когда ты видишь, что явно есть возможность бросить, раз и залезь, брось. А кимоно вы не оденете, попросите у кого-нибудь, как боюсь. Молодой человек? Слышишь? Готовы? Да. Андрей, да. Ты должен остаться в стойке. Я тебе скажу, что можешь сделать. Можешь задницу сделать, можешь через бедро сделать, только на него не упасть. Можешь у себя голенью сделать. Вот, да. Через спину с колен я показал, но они еще ЧБС не надо делать. Старайся остаться в стойке. И подержать, понимаешь? Вот. Посмотри, он на вечерок, он играет. Минуту походи, подергай, сорви захват. Он встанет, а тогда пойдет в броски. Аджина. Комбат самбо. Блэндрио. Я делаю
большие ошибки, будете исправлять меня. Так, мешки забрали на место. Мешки забрали. Иди сюда. Ты знаешь, как там отмечают? Какой? Камера. Нет. Смотри, вот когда ты смотришь, не надо. Сейчас я покажу, что это. Это нет, то есть я снимаю. Вот здесь, видишь, где красное, это значит снимало.